76-летие Великой Победы, 95-летие создания ДСААФ и 60-летие полета первого человека в космос. Этим трем памятным датам был посвящен международный автопробег «Дорогами Победы», маршрут которого прошел через наш город. Автопробеги, организованные с помощью добровольного общества содействия армии, авиации и флоту, давно уже стали неотъемлемой частью важных патриотических мероприятий. Нынешний автопробег стартовал в Москве от главного храма Вооруженных сил России, после чего его участники отправились в Республику Беларусь. Участники автопробега прошли через Брянск, Орел, Елец, Воронеж, Ростов. Поэтапно в пробеге приняли участие более 100 автомобилей, свыше 200 членов экипажей и 30 тысяч человек из более чем 30 населенных пунктов и городов России и Беларуси. В Славянске на Кубани международный автопробег встретили в парке 40-летия Победы. Глава города Александр Берсенев сердечно приветствовал участников автопробега. Это почетно, то, что именно этот пробег, маршрут этого пробега попал и в наш Славянский район. Низкий поклон оставшимся в живых ветеранам, здравия и долголетия всем, в чьих сердцах живет победа 45-го года. Участники автопробега побывали в 4 муниципалитетах края, и везде их встречали очень радушно. Я думаю, что по территории Краснодарского края один из самых протяженных маршрутов. Сегодня мы в Кущевской были и также приехали в замечательный Славянск на Кубани. Завтра мы уже будем на Малой Земле, а послезавтра на Таманском полуострове краснодарский этап закончится в поселке Тамань. Огромное вам всем спасибо, что вы сегодня собрались в этот жаркий день, чтобы встретить участников автопробега. Славянцы и участники автопробега возложили живые цветы к вечному огню в память о бессмертном подвиге. По маршруту следования участники автопробега «Дорогами Победы» провели митинги памяти в 7 городах-героях и 11 городах воинской славы. В общей сложности они преодолели порядка 4000 километров. Пока войну помнят, новая война не начнется. К сожалению, не все это понимают, но тем не менее мы пытаемся донести это прежде всего до молодого поколения. Потому что задача оборонной организации, которая исполняется 95 лет в начале следующего года, это прежде всего военно-патриотическое воспитание молодежи, подготовка граждан к защите Отечества. Наш пробег – это одна из форм работы, проверенная временем, устоявшаяся. Каждый год мы планируем его по разным маршрутам. Я думаю, что растет достойная смена на Кубани. Край очень богат на воинские традиции. Казачество всегда стояло на страже южных рубежей Отечества. Ну и далее, я думаю, будет так же. Автопробег «Дорогами Победы» завершился в городе-герое Севастополе на территории музейного комплекса 35-я береговая батарея. Участники зажгли факел памяти героев возле мемориального камня защитникам Севастополя, шагнувшим в бессмертие. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».